понять, что человек талантлив. А это не надо понимать, это видно всегда, к сожалению. Видно, потому что это приводит к большим неприятностям у талантливого человека. Но это видно почти всегда. Талант – это, я же много раз об этом говорил, это как вонь. Это запах, который от человека исходит, и он так силен. А гений – это вообще ожог. И столкновение с гением всегда вызывает прежде всего неприятие. Я помню, что мое неприятие некоторых вещей Петрушевской было очень ярким. Потому что я столкнулся с гением. Сразу пишут, а с Сорокином у вас не тот случай? Нет, с Сорокином немного другой, потому что мне кажется, что «Сердца четырех», хотя и замечательно придуманная книга, но как раз ее отталкивающие некоторые вещи мешают воспринимать изящество ее конструкции. Вот так бы я сказал.